Всем привет, с вами Прия. Итак, нашел я группу себе на ПТР с целью похода в эпохальный инст. Группа изначально оказалась без хила. Было три дамагера еще, помимо меня, но один из них решил самоликвидироваться, скажем так, после того, как мы убили первого босса. Я не знаю, какова была причина на это дело, но ему захотелось ливнуть, и он ливнул, типа, почему бы и нет. В общем, дело его. Бьем мы сейчас, получается, пятую чащу темного сердца. Покоряем контент, так сказать. Очень весело на самом деле. Ну, вы поняли. Типа, посмотрим сейчас, какой шмот упадет на самом деле. Что-то близкое должно упасть, мне кажется, к 880-му. По таймеру, получается, мы закрываем на два сундука. Что самое поразительное, когда я ходил и во вторую утробу, и вот сейчас в пятую чащу, люди не берут с собой хила. Типа, ну, этот танк ДК, он живет. Походу, из танков ДК все-таки сделали то, что было в катаклизме. И вернули им былую мощь. Итак, начинаем лутать. Всякие шмоточки падают, да? 880. Смотрим, что падает другим людям. 880. Мне же тоже 880. 875, 880. По факту лут как с 10-го ключа. Как-то так. Весьма интересно, забавно все это. 885 даже. Вот. Кому-то даже артефактная сила упала побольше, чем мне. Ну вот получается, за пятую чащу я получил при 25-м здании 118 тысяч и 100 тысяч. Вот так вот. И все-таки 880-я шмотка. Ну, такое эскалирование до 890 и повышение идет из-за бафа на ПТР. Когда вы заходите в инст, вы ловите этот баф, который снижает ломкость предметов, скажем так, ну, они не ломаются. И происходят такие грейды или наоборот спуск по итем-левелу. Как-то так все это дело сейчас обстоит. На самом деле планку вещей, которые дропаются с мифплюсов, ну, весьма так сплющили. Назовем ее так. Мне хотелось бы поговорить об этом побольше, конечно, но это уже часть отдельного видео, скажем так. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, эта же система дропа будет и 7.2. Но в текущий момент как-то эти инсты очень слабенькие. По идее, их сплющили, они должны быть сильнее, но на деле как-то все наоборот. Возможно, еще будут какие-то изменения и прочее. Так что буду держать вас в курсе. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок, голды побольше. До скорого!